Здравствуйте. Я хочу показать небольшое усовершенствование, которое немного облегчает жизнь. Это обычная пила, но с обратной стороны она заточена. И получилось что-то среднее между мачете и шашкой. Что это дает? Ей можно рубить вот такие ветки. Причем довольно легко. Если ветка потолще, то можно положить на пенек и перерубить. Вот, в принципе, и все. Ну, кроме того, эту пилку можно одеть на длинный шест, сюда вставить и с земли прямо опиливать ветки с сучьев. Так что, ну и за счет вот этого изгиба она очень хорошо рубит. Пользуйтесь, очень удобно.